Столетний башкир собрался на лыжах до Пекин. Зовут этого героя Заид Шакиров. И ему на самом деле пока 92 года. Но до своего столетия дедушка идет достаточно бодро. На днях он принял участие в местной деревенской олимпиаде. Дедушка даже пошутил, что дойдет до Пекина и будет соревноваться с профессиональными лыжниками. Он нарядился в праздничную национальную одежду и лисью шапку, а на ноги надел охотничьи лыжи. Во время всего забега местные жители наблюдали за ним и кричали ему поддерживающие слова на башкирском. Оператору, который снимал праздничного спортсмена, даже пришлось догонять его к концу дистанции. Как сообщает местная газета, в Башкирии регулярно проводят местные деревенские олимпиады, а наш бодрый дедушка – их частый участник. Местная молодежь просит у Аллаха крепкого здоровья дедушки и желает ему также бодро встретить свое столетие. А также победить всех в Пекине. Поскольку за Великую Китайскую стену давно не заходили такие дерзкие обладатели лисьих шапок.